Я хочу рассказать вам историю о девочке из далекой страны, которая потеряла родителей. И ее отправили жить в Англию, в окутанный тайный особняк. А если я скажу, что она нашла там нечто волшебное? Нечто таинственное. Вы поверите мне? Доставишь неприятности, я тотчас отправлю тебя в приют. Я знаю, ты что-то прячешь. Этот сад, он исполняет любые желания. Теперь вы верите в чудеса? Таинственный сад.